Здравствуйте! Сегодня пятница, 18 сентября 2020 года, и мы продолжаем отслеживать перелеты из Израиля. И сегодня запланированы перелеты Афины, Греция, Рамон, Эйлат, Стамбул, Турция, Афины, Греция, София, Болгария, Ираклион, остров Крит, Греция, Ларнака, Кипр, остров Корфу, Греция, Бухарест, Румыния, Вена, Австрия, Нью-Йорк, аэропорт Нью-Йорка, Родос, Греция, еще один перелет на Родос, Ираклион, остров Крит, Греция, Родос, Греция, Минск, Беларусь, Рамон, Эйлат, Париж, Франция, Салоники, Греция, Нью-Йорк, Соединенные Штаты Америки, еще один перелет в Нью-Йорк в аэропорт Нью-Йорка, Чикаго, Соединенные Штаты Америки, Париж, Франция, Франкфурт, Германия, Стамбул, Турция, Афины, Греция и Лондон, Англия. Всего на ближайшие сутки запланировано 29 перелетов. Спасибо за внимание. До встречи на нашем канале.